Северной Осетии появился новый рекордсмен, школьник из Владикавказа. Хан Демиров попал в книгу Гиннесса. За что, расскажет Тана Джикаева. Крутить 4 барабана на руках и ногах одновременно в течение 7 секунд. Теперь это рекорд книги Гиннесса. А принадлежит он 17-летнему школьнику из Северной Осетии Хану Демирову. В августе месяце мы были в Болгарии, в Камчи, в лагере Лужкова. И там генерал юстиции, начальник отдела кадровской федерации Долгополов Олег Анатольевич, он заметил меня, предложил сделать такую вещь, как зарегистрироваться в книге рекордов. Хан Демиров – участник ансамбля даулистов «Ритмы гор», который около 20 лет славится на весь Кавказ. Самому юному артисту недавно исполнилось 5, самому старшему – 18. На барабане даули виртуозно играют все ребята. Но вот Хан стал первым, чье имя появится в книге рекордов. Для того, чтобы закрутить 4 барабана, мне нужен специальный стул. Он у меня остался в Москве. И поэтому я сейчас закручу для вас 3 барабана. Чтобы мальчик смог выполнять трюк, отец сделал ему специальный стул, который слегка поддерживает ноги. Благодаря этому артист смог удерживать равновесие. То, что Хан сделал, это меня очень радует, потому что это еще раз доказано, что своим трудолюбием можно все достичь, все. Если Бог даст, может быть, и 5 закрутим. Все бывает. Имя Хана Демирова появится на страницах всемирно известной книги Гиннесса уже в сентябрьском издании. Но вполне возможно, что к тому времени молодой артист сможет побить собственный рекорд, и барабанов будет больше. Анна Джикаева, Тамерлан Карсанов, Владимир Сокуров. Новости Содружества, Северная Осетия.